Давай, не отдыхай долго. Thank you.
Захочешь оставить. Вот так медленно веди, веди, веди. Когда довела, уже тоже куда-то хочется. Да. На лоб вот сюда можешь, вот, вот так на лоб. Во, вот так. Ага. А если как бы медленнее закроется, ну, в общем, вот это медленно ведешь, ну, чтобы стоп не было. В конце опять стопочку. Там после судьбатска стопу вытянула, а здесь в конце нет, после клятвы. Угу. Мне кажется, он рано ее туда, вот после поцелуя. Конечно, можно покрутить, вот так легче крутить. И не торопись поднимать. Дай она вынет ножку, подними. Вот не торопись здесь музыкально. Проверим сейчас. Просто не делай все. Как бы. И музыкально так, мне кажется, нормально, смотрится хорошо. Очень. Смотри, когда кудыпе, там, где крутит тебя, не коси та, которая на кудыпе, правая нога. Ага. Вот сейчас было хорошо, спокойно. Да. И не надо очень сильно крутить. Да, попробуем еще, да. Просто первый раз еще не дошла немножко. Ага. Потому что Саша двинулся вперед. Или будешь тогда, Саша, ты стоишь на месте, и да, ты подбегаешь, потому что ты толкнулась вот здесь. Вот, просто вот я потому что сказал. Ему да трудно поднять, да, поэтому, да. О, вот отлично сейчас было. Да. Да, вот так вот. Угу. Так как арабес ты делаешь так же. Плие и вниз. Ну, да, 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 да. Нет, вот раз и все. Да, заполняйте. Да, когда ничего не происходит, как бы вот вы ждете музыку. Ты сейчас, мне кажется, с напором очень бежала. Вот иди, иди большими шагами. Вот чуть спокойнее входи в эту поддержку. И бежишь, а потом притормози. Вот. Да. Хорошо, спокойно, но нога не, чуть-чуть не дошла, да? Нога чуть-чуть не дошла. Капельку. Да, я могу выше. И потом тогда ты можешь смотреть. Когда нет, ты если так спокойно, ты его не снесешь. Вот сейчас ты могла бы... То есть вот сам батман чуть порезче, а подошла хорошо. Когда же?
Воробеск так легко поднял, воробеск. А потом, когда ты уже села, как бы неудобно тебе не было, коленки вместе держи обязательно. Да, да. Ага. А то там очень. Да. Вот здесь вот шажочки, та-та-ти, та-та, а когда ты арабеск, чуть придержи шаг, ты раньше, она еще не опустила, а ты шагаешь. Самое начало. Та, вот этот шаг. Ты чуть-чуть подожди. Давай с музыкой сделаем. Вот. В тот момент, когда у нее арабеск, чуть придержи. Ага. Угу. Еще вам не кажется, что Александр меня много крутит перед этим? Мне кажется, два. Он очень медленно опускает. Нет, вот это вот как-то вот сейчас шажочки, потом вот это вот наверчивает. Мне кажется, что два раза и отпустить. Александр меня три крутит, и я все хочу сойти, а он чуть поменьше. И ты мне можешь прям как бы чуть-чуть отправить. Потому что ты меня держишь на ноге, а я хочу пойти, мне нога вот так. Вот так. Так, дальше следующий будет. Да. Чуть ближе тебе нужно, бок к боку, чуть ближе стоять. Thank you.
когда села, вот так вот с придыханием не делай, когда села на коленочки, вот как бы вот так, немножко рисковато, не надо, и выглядит эмоционально сразу, ага. Да, вот так вот. Чуть-чуть поуже надо. Нет, тут не страшно, если ты долго стоишь. Даже не думай про это. Тогда до завтра, да?